Один автомобиль был припаркован, со слов очевидцев, владелец автомобиля, который припарковал данное транспортное средство, находился в этот момент в стоматологии. А второй водитель, который управлял автомобилем ВАЗ-2105, двигался по проспекту Металлурга в сторону центра и не справился, видимо, с управлением, въехал в автомобиль и пытался скрыться. Но данный гражданин задержан, и у данного водителя были выявлены признаки алкогольного опьянения. Граждане Мариуполя и всей Украины, будьте, пожалуйста, внимательны, берегите себя, трезво оценивайте ситуацию, не садитесь за руль в нетрезвом состоянии, лучше, проще и дешевле вызвать такси. Берегите себя и окружающих.